украинской армии официально появились военные капелланы. Это новая должность, которую вводят во всех боевых частях и подразделениях. Как объяснили в Минобороны, в каждой бригаде будут работать по 4 капеллана. Готовят военных священников во Львове на базе Национальной академии сухопутных войск имени Сагайдачного. Курс стартовал еще в феврале. Тогда обучение прошли первые 24 священнослужителя разных конфессий. Изучали проблематику работы военных священников и иностранный опыт. Читали лекции представители Королевской службы капелланов Канады.